Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу вам о событиях учреждений культуры. 5 мая в 12:00 Национальный драматический театр имени Павла Васильевича Кучеяк представит детям и их родителям волшебную сказку «Соловей» Ганса Христиана Андерсена. 6 мая в 18:30 Национальный драматический театр имени Павла Васильевича Кучеяк приглашает всех желающих на поэтический спектакль «Строки, опаленные войной». 5 и 6 мая Национальный музей имени Андрея Викторовича Анохина организует для посетителей экскурсионные программы на тему «Горный Алтай в Великой Отечественной войне». 9 мая в столице Республики Алтай пройдет ряд мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10:00 на территории мемориального комплекса «Парк Победы» начнется парад, в 10:20 – митинг, в 12:00 – концерт. Завершит празднование концертная программа «Победе посвящается», которая начнется в 20:00 на центральной площади города Горно-Алтайска. Принимайте активное участие в мероприятиях нашего города. И помните, культура – это память человечества о самом себе. До новых встреч!